Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Едины как море и песок, и в этот момент мы будем с тобой, присоединяясь к ситуации. Что он переживает то, что переживает любимый человек, и я чувствую, что его личная жизнь касается только его, и здесь никто из нас не беспокоится, потому что он будет знать, что он делает, и, к счастью, он делает это очень хорошо. Теперь вместо того, чтобы критиковать, поддержите и сделайте. Он пример для всех, просто делает и затыкается. Мы молимся за вас и всей семьи в эти тяжелые времена. Поклонники Джана Ямана уважают его молчание. Даже потому, что мы не знаем, что происходит. Или мы знаем, были ли у него потери. Я нахожу это чувство таким мелким и мелочным, что некоторые здесь пытаются убедить Джана, что ему все равно, что произошло. И самое ироничное в том, что те же самые люди, требующие заявления или помощи от Джана, являются теми, кто критиковал его, когда его помощь детским больницам в Италии была обнародована, и даже он не обнародовал ее. Они сказали, что когда вы хотите это сделать, вам не нужно показывать это, и сегодня я здесь прошу того же отношения, которое они раньше не одобряли и говорили, что это для шоу. Быть фанатом Джана очень легко и очень хорошо, я встречал невероятных людей, но я также встречал людей, которые были очень уродливы в душе. Они лелеют разрушительные чувства не только к цели, которой является Джан, но и к себе. Потому что это их чувство, и они должны разъедать его изнутри. Я уверен, что Джан так, как ему казалось лучшим, что-то делает для своего народа, и никто не имеет права судить, не зная. Желаю всем много света. Мы все знаем, насколько Джан чувствителен, и он очень патриотичен, и я уверен, что он проживет этот момент с глубокой печалью из-за того, что произошло. Еще и потому, что у него есть бабушка, которая живет на юге Турции, и у него есть несколько родных дядей, двоюродных и двоюродных братьев и сестер. Они живут недалеко от района, где произошла трагедия. Хотя Джан родился в Итамбуле, южный район для него особенный. Особенно Бодрум, где у него есть лодка, детские воспоминания и друзья. Это правда, что он не находится в районе крушения, но он находится на том же побережье и, возможно, находится за пределами страны и не может путешествовать, поскольку рейсы отменены, и это общая хаотичная ситуация. Очень понятно, к сожалению. Мы все потрясены и потрясены случившимся. Представьте себе чувствительного человека, который хранит многое из того, что он думает и чувствует о себе. Неспособность обнять своих близких прямо сейчас, должно быть, убивает вас изнутри. Злые и подлые люди, которые способны делать такие бессмысленные и невежественные комментарии. Это действительно жалко. Любой, кто знает Джана в течение нескольких лет, знает, что в настоящее время ему очень больно от всего этого, и он должен помогать на расстоянии, насколько это возможно. Его мать находится далеко от Турции и тоже переживает этот момент скорби на расстоянии. Если он решил не выражать свое мнение в социальных сетях, вы должны уважать это. Потому что он использует сети, чтобы показать счастливый и успешный образ своей жизни и карьеры, и его реакция показывает, что это дело очень серьезное. Очень серьезен и должен быть опустошен, и не хочет показывать свои человеческие слабости. Оставьте изображение в статических сетках. Временно отстранен. Сейчас его поддерживает семья Эль-Турка, которая поддерживает его и дает ему силы. Ее коллеги, Грета Ферра и Мадалена Арагао, наша португальская актриса, которая является частью актерского состава, делится сообщениями о поддержке Турции и осознает, как и весь остальной мир, огромной трагедии, которую турецкий народ переживает в данный момент. Они даже мобилизовались издалека, чтобы оказать финансовую помощь пожертвованиями государственным учреждениям, существующим в Турции, и организовать всю помощь, которую они получают со всего мира. Прямо сейчас нам нужно объединиться в молитве за тех, в
кто страдает и нуждается в помощи, а не судить о решениях других, основываясь на том, как они страдают. Мы все разные, и уважение – одно из замечательных качеств. Что достойно человека, помолимся за Турцию, а также за сирийский народ, который уже так наказан в жизни. Турецкий актер и секс-символ Джан Яман, один из самых желанных и обаятельных мужчин в мире, не случайно его социальные сети пестрят комментариями поклонников, а не тайных поклонников. В 2021 году Яман был в центре всеобщего обсуждения как из-за его очевидной физической силы, так и из-за его романтической истории любви с одной из самых любимых женщин на итальянском телевидении. Об отношениях Джана Ямана и Дилетты Лиотты в социальных сетях и СМИ говорили месяцами, вовлекая всех в свои мечты. Так что же произошло после их неожиданного разрыва? Почему Джан Яман больше не общается со своими поклонниками в социальных сетях? Вот что произошло между ними и почему секс-символ исчез с радаров. Мог ли Яман стать менее общительным после того, как Дилетта ушла от Лиотты? Что случилось бы? Что будет с турецкой звездой, покинувшей Дилетту Лиотту? У красивой пары закончились романтические отношения, которые должны были закончиться свадьбой. Однако планы изменились, и дела у двух молодых телезвезд не ладились. Хотя фанаты ужасно скучают по ней, с актрисой все в порядке, ее отсутствие в социальных сетях можно объяснить по-разному. Но кажется, что актриса слишком занята своей работой и бросается в карьерные планы. Кроме того, по некоторым слухам, он больше не состоит в отношениях с Франческой Чилими, его прекрасной партнершей по фильму «Виола как кобыла». По слухам, очень близким к звезде, Джан счастлив в одиночестве и пользуется этим моментом затишья, чтобы быть рядом с отцом и избежать чрезмерного разоблачения со стороны СМИ, которые видят в нем героя интернета во время его истории с Дилеттой Лиотта. Так что это перерыв между путешествиями и друзьями, чтобы расслабиться и повеселиться, как и все 30-летние. Короче говоря, Джан чувствует себя хорошо и наслаждается жизнью. Может быть, он снова захватит социальный мир, когда захочет, и фанаты не будут скучать по нему. Молитвы за Джан Яман. Его тянет во многих направлениях, эмоционально, и он так глубоко чувствует эти эмоции. Вам нужно время для медитации, но особенно для отдыха наедине. Здравствуйте, я знаю, каково это иметь дело с человеком, страдающим алкоголизмом, потому что у того, который был моим мужем, когда он пил алкоголь, он меня бил, я страдала, меня унижали. Обман и все, что придет тебе в голову, поэтому я знаю, что моя любовь страдает. Потому что я увидела его и влюбилась в моего прекрасного ангела, и хоть я и старше его, ничто не мешает мне любить его. Извините, я повесил трубку. Спасибо за то, что выслушал меня. Я посылаю тебе поцелуй и много моей любви, которую я люблю больше всего в жизни. Этот человек и отец этого турецкого актера. Кан Яману нужен человек, который сможет поговорить с ним, дать ему душевное спокойствие и спокойствие, и так он забудет о своей проблеме с алкоголем, он должен заниматься этим каждый день, как будто это терапия, и так он постепенно забудет. Выбраться из этой проблемы, плюс он хотел бы, чтобы ему помогли, но он должен быть человеком, который действительно заботится. Он бескорыстно помогает этому человеку. Как и во всем, когда вы совершаете акт солидарности, вы должны делать это до тех пор, пока не увидите наилучшие результаты, то есть когда вы увидите, что сделали работу очень хорошо, и он снова будет новым человеком, но чтобы сделать одну из тех вещей, в которых вы должны много участвовать от вас обоих, даже если это будет стоить одной жизни, но все получится. Было замечено, что это действительно так. Джан Яман, мы уверены, что ваши чувства такие же, как у всего мира, много боли, мы желаем вам всего наилучшего, и хотя не очень легко оправиться от такой боли за то, что произошло в вашей стране, я желаю, чтобы Бог благословил тебя всегда. Но что говорят? Он первым выразил беспокойство по поводу того, что происходит в его стране.
текстовый сайт. Дорогие фанаты, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в молитве за боль, которую мы переживаем сегодня. Вы знаете, мой детский дом там. Давайте снова построим дом вместе, и те дни мы с тобой во все моменты твоей радости в тебе. Битвах, а также в ваших скорбях и молитвах за эту страну и силу этих семей, он прекрасный сын и внук. Он турок, потому что он не будет сочувствовать своей стране, в его жилах течет кровь, о которой мало кто может знать, он не из тех, кто может говорить, действовать, мужество мы есть, и мы будем с вами во веки веков. Ведь наша любовь вечна, мы никогда не сдаемся, во всем поддерживаем вас. Дорогие друзья, которые проявляют любовь к Джану Яману и Демет Аздемир, мы отправим вас, наших дорогих сторонников, как только появятся новости о наших игроках. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.